Добрый день. У меня сегодня третий день. Я лечебное голодание. Я ничего не ем. Кроме касторки. Сока с касторкой. Организм чистится, мне легче. Даже вот какая-то вот легкость в организме пошла. Не то, что вот я могу уже нагнуться без проблем. То есть я уже ногу сгибаю. Пыталась даже сегодня вот так вот физкультурой заниматься. Легче, намного легче. Раньше только могла вот так вот делать, а теперь и ногами могу уже пошевелить. Вот что значит не поесть 3 дня, да? Да. И не хочется. Вот пить хочется, а есть не хочется. И как-то вот легче, намного легче. Но это надо настроиться, это вот надо... Это надо просто не жрать. Тебе нету ничего, никакой еды. Вот и все. Все очень просто. Да. Ну, как твои ноги? Рассказывай. Ноги легче. Затянулась, корочкой все покрылось. Меньше болит. Ну, когда стягивает, это немножко поболит. Ну, мы сегодня будем их обрабатывать, да, уже новым гелем. Виватоновским, сегментарным, обезболивающим. И вчера вот мы сюда в эту зону кололи битулин. И мы колем один раз в день Содор. Очень болезненный укол. Ирина у нас потом плачет, рыдает. Очень-очень болезненный. Очень. Я думала, я не выдержу. Выдержи, все. Ой, очень болезненный. А так я даже все-таки хорошо, когда вот голодаешь. Это очень хорошо. Ну, самое главное, ты еще масло не ела. Еще тебе масло надо принять. Да. Оно все-таки еда для тебя. Тоже хорошо. Организм чистится. Состояние хорошее. Сегодня спишь очень много, да? Да, сегодня сплю, очень много сплю. И непонятно, почему-то вот именно самый вот сон клонит. Ну да, я захожу в комнату, Ира сидит и сидя спит. И сидя сплю, да. Ну вот, Ира наша жива-здорова, лечение продолжаем. Всем пока!